Доброе утро, Екатеринбург! Сегодня пройду зарядку я, трёхкратный чемпион мира по пауэрлифтингу, тренер-инструктор фитнес-клуба «Виктори Спорт». Сегодня мы будем с вами делать упражнения на плечи дельтовидные. Для этого нам понадобятся гантели. Первое упражнение у нас будет подъем гантели перед собой. Выдох на подъеме. Упражнение это выполняем 12-15 повторений. 3-4 подхода. Выдох наверху. Альтернатива этому упражнению – подъем двумя руками одной гантели перед собой также. Задействуется тот же передний пучок плеча. Сейчас работаем на среднюю дельту, средний пучок плеча. Жим гантели вверх. Базовое упражнение. Выдох наверху. Делаем также 12-15 повторов. 3-4 подхода. После жимов можно выполнять подъемы в стороны. Также средний пучок плеча. Переходим к заднему пучку дельтовидных. Эти упражнения у нас выполняются в наклоне. Первое упражнение – подъем в стороны в наклоне. Там можно делать по 15-20 повторов. Задний пучок любит большое количество повторений. 3-4 подхода выполняем. Отведение гантелей назад. Отведение с пронацией, перпендикулярно полу руки. Эти упражнения может выполнить абсолютно любой желающий. Главное подняться с дивана. Завтра мы с вами выполним упражнения на грудь и спину. Хорошего дня, хорошего настроения. До свидания.